Да она на солях. Тихо! Ульяна, очнулась. О, скажешь что-нибудь? Простите, пожалуйста. Так вся жизнь мимо пройдет, Кузнецова. Пора взрослеть. Из сада забрать не успеваю. Второй курьер опаздывает. Забери, пожалуйста. Да, хорошо. Все, не гони там. Пока живой рассвет, я готова окунуться и дойти до дома. Мы сон знакомы. Да я смогу тебе открыться, только завтра мне еще нужно забыть все. И тебе ничего никто не стало. Здесь веревочный парк. Пойдем, покажу. Че с ногой? Упала просто. Первый раз тут? Ну да, типа того. Здесь площадка классная. Я почти каждый день катаюсь. Я Рэм, кстати. Ульяна. Вон твои веревки. Угу. Ты чё? Дорогой. Это мне? Да. Кому же еще? Только вообще-то это был сюрприз. Тираннозавр! Уля, это мне? Ульяна, ты чего? Просто мне что-то голова разболелась. Пойдем домой, котик. Пойдем. Я испугался. Прости меня, пожалуйста. Пойдем. Thank you.
сочувствую твоему горю. Не волнуйся, мы о ней позаботимся. А где ваш отец? Папа брата умер год назад, а не отца. Так с кем вы сейчас? Бабушки, дедушки? Меня зовут Рута. Нам пора ехать. Куда? Ты ведь знаешь? Располагайся. Выпьем за твой дар. Дар? Ты можешь видеть чужие смерти. Откуда у меня этот дар? Мне очень жаль, что это оказался твой брат. Пошли. Thank you.
можешь уйти, пока не открылась эта дверь. Потеряешь свой дар, станешь обычной, как все. Но если ты войдешь, твоя жизнь изменится. Навсегда. Если я пойду туда, то я смогу помочь маме? Ты сможешь все.